Всем привет, девочки мои! Пришла посылочка из интернет-магазина Grand Stock. Вот такая вот классная посылочка. Но прежде чем посылочку распаковать, я вам хочу сказать, чем привлек меня этот магазин. Grand Stock – это магазин бюджетных товаров от ивановских производителей. На сайте больше 20 тысяч разных товаров для мужчин, для женщин, для детей. И постельное белье есть, и приволжские украшения. А также есть свое производство, которое продается под брендом Аванави. Тысячи товаров со скидками до 50%. Есть отдел распродажи. Продажа в розницу без минимальной суммы заказа. Возможность оплатить заказ при получении. Если заказ до 7 тысяч. А если свыше 7 тысяч, то будет доставка бесплатная. Одежду с этого магазина я уже покупаю не раз. И вот на мне сейчас халатик вот такой симпатичной расцветочки и с симпатичным рисунком, который я заказывала в прошлый раз. Он мне очень нравится, мой любимый халатик. Но и другие вещи тоже мне очень нравятся. Все вещи очень хорошего качества. Рекомендую, девочки. Ссылочки я оставлю внизу в описании. И там же оставлю промокод на скидку 10% для моих подписчиков, для моих зрителей. Ну а теперь давайте распакуем посылочку. Мне уже не терпится все это посмотреть, примерить, и вам тоже. Так, ну что, приступим к самой интересной части вообще нашего обзорчика. Девочки, смотрите, на каждой вещи... Ну, помимо этикетки, описание, тут описывается цвет, размер, состав, ГОСТ. В общем, кроме этой этикетки, еще есть этикетка, где написано «Тоника женская» и артикул, по которому можно заказать, и также цена. Ну вот давайте начнем. Туники я заказала все 54 размера, артикул 66 675, 54 размер, стоит 546 рублей вот эта вот туничка. Смотрите, какая расцветка хорошенькая. Так, все раскрываю, уже не могу. Вот мой любимый цвет. Я люблю цветные вещи, я люблю такие веселенькие, которые поднимают настроение. Розовый цвет мой любимый. И вот такая вот прелестная, классная туничка, девочки. Ну, тунички я люблю просторненькие, поэтому беру 54 размер. Вот, вот такая вот у нее рукавчик идет, каемочка. Плечико приспущено слегка. Здесь кармашки с такой желтой каемочкой. И вот такой вот низ, видите, да? Ну, такая выемочка с боков небольшая. Чистый хлопок, чистый трикотаж. И вот такая вот она симпатичная сзади. И спереди одинаковые расцветки. То, что нужно. Веселенькая-превеселенькая расцветочка. Ну, цену я вам уже сказала. 546 рублей эта туника стоит. Я буду сразу брать упаковочку, говорить артикул и цену, чтобы потом уже не забыть. Так, и вот это мы сейчас померим, посмотрим, как это на мне сидит. Следующая туника у нас идет, туника женская 68-118, артикул 54 размер, цена 585 рублей, вот такая вот, светло-розовенькая, и здесь на розовом фоне такие вот милые коровки. Туничка с коротким рукавом. Вот так вот она идет сверху. Прямой такой крой. И внизу она просто обыкновенно вот обшита. Внизу и все. Спинка идет однотонная.
все везде обстрочено, очень аккуратненько. Горловинка обстрочена вообще. Классно. Вот такой вот рисуночек миленький, да? Коробки. Вот люблю такие вещи по дому носить. Ну, просто чудесные вещи. Тоже чистый хлопок, 100%. Меряем, да? Еще одна туника, девочки, голубая. Я люблю туники по дому носить, такие вот халатики простые, в которых комфортно, трикотаж, 100% хлопок. И тунички, вот такие вот любимые мои вещи по дому. Туника женская, 67-428 артикул, цена 613 тысяч. Здесь тоже короткий рукав, чуть-чуть он подлиннее, чем на предыдущей тунике. Вот такое вот горлышко, рисуночек. И тоже прямой крой. Нарисован кто у нас? Пандочка нарисована. Тоже нежный такой, милый, голубой такой цвет приятный. Дальше, девочки, сарафан женский 67-108 артикул, цена 470 рублей. Решила взять такой расцветочку. Иногда бывает у меня жарко. У нас вообще зима очень теплая. Батареи приходится иногда выключать. И вот когда жарко, я люблю такие вещи носить без рукава, чтобы как сарафанчик было легкое. Так. Спереди он вот такой вот. Он вот так перед идет. Тут вот небольшая, как идет планочка, и здесь он идет просторный впереди. Такой вот прямой крой, прямой просторный сарафанчик. Вот такой расцветочки. Горловинка обшита. Все это обшито красным. Внизу просто карманов тут нет. Обычный сарафан вот такой вот для дома. Вот так. Надо померить, иначе не поймем, да? Надо померить. Еще, девочки, взяла ночную сорочку. Иногда бывают ночные сорочки такие вот, как даже как тунички, и тоже они по дому прекрасно подходят, смотрятся, ну, подходят по дому ходить, как в тунике вообще. Вот, ну, эту распакуем, посмотрим. Ночная сорочка 69-189, 450 рублей стоит. Бретельками. Вот я о чем и говорила. Я иногда вот в таких вот, написано ночная сорочка. Но, честно говоря, я вот в таких вот, как сарафанчиках, летом, когда жарко, я люблю, когда вот такие тоненькие бретелечки. И, в общем-то, из-за этих тоненьких бретелечек я ее и заказала. Вот. Ну, а вообще так вот она красного цвета. Тут такой принтик впереди. Вот.
И сзади она просто красная. Так что ночная сорочка, сарафан, можно сказать, для дома, для дома. На улицу, конечно, не пойду. Вот, но это все надо тоже померить и посмотреть. А еще, девочки, я ж к своим сапогам новым коричневым все подбираю, хочу подобрать какой-нибудь такой очень подходящий какой-нибудь коричневый костюм. И вот я заказала еще костюм женский, коричневый вот такой, 65-656, 54 размер, цена 1899 рублей. Здесь состав 70% хлопок, 20% полиэстер, 8% лайкра и цвет кофе. Не терпится увидеть. Ой, здесь такая красота впереди, я смотрю. Смотрите, такой вот кофейный цвет, но он такой вот легкий кофейный цвет. Не темный, приятный. Так. Вот какая эмблемочка здесь впереди, видите? Вот она, симпатичная. Вот так вот гнется. Капюшончик. На капюшончике есть вот такие вот, вот с такими штучками, веревочки. От плеча идет такая вот черная вставочка с боков, черный рукавчик, манжетик, вернее, черный. Вот такой резиночка. Так, внизу резиночки нету, внизу просто прямой низ. Ну, так вот смотрится очень хорошо, интересно. Сейчас брючки посмотрим. А цвет приятный, правда? Мне кажется, он мне пойдет, мне подойдет. Так, брючки. Вверху резиночка вот такая вот. Вот она какая. Карманы. Черные вставочки с боков. И внизу сделано брючками. Просто брючками. Хорошенький такой приятный на ощупь материал. Просто вот приятный. Ну, он ощущается он как хлопок. Ну, а вот этот полиэстер, лайкра, это для того, чтобы он был как потянучий немножко. Вот. Но такой довольно и плотный в то же время, и мягкий. В общем, материал очень нравится мне. И фасончик интересный. Надо одеть, померить, да, девочки мои? Одеть, померить надо. Но я взяла еще один костюмчик. Мне еще один костюмчик приглянулся. Костюм женский 66704 артикул. Цена 1477 рублей. Но этот костюм я взяла 52 размера, потому что я не знаю, 54 или 52 брать. Слишком просторный костюм не хочется, потому что это, ну, одежда верхняя. Не хочется, чтобы брюки были слишком широкие. Я же беру так, чтобы их вдевать в сапоги. Ну, давайте раскроем и посмотрим. Состав этого костюма: хлопок 72%, полиэстер 20%, лайкра 8%.
вот какой. Тоже, кстати, очень интересный, оригинальный костюмчик. Но вот этот уже без капюшона идет. Рукав идет прямой и без манжета. Внизу тоже манжета нету. А здесь вот как велюровая, да, вставочка. Ну, смотрится симпатично. Очень даже симпатично смотрится. И на рукаве тоже вот здесь вставочка идет. Вот такая спинка. Брючки. Широкая резинка. По бокам вставочки тоже из такого вот велюрового материала. И внизу сделано брюками. То есть это можно будет носить вот и весной с кроссовками, если что, одеть. Вот. Ну, тоже такой приятный коричневый цвет. Похож на тот, но другая модель немножко. Надо померить, да? Мерим. Еще заказала, девочки, я маечки. Одна маечка вот такая вот бежевая, светло-бежевая. Майку тоже, вот если под костюм одеть, чтобы не футболку, а просто одеть майку, например. А сверху уже вот такую вот кофту с рукавом. Майка женская, 59928 артикул. Цена 258 рублей. И маечки я заказала 52 размера. Вот такая маечка одна. Вот такая вот. Сзади она сделана как боди. Но ее можно носить даже вот как вместо блузки, если жарко. Ну, вот такая вот хорошенькая маечка. Вот. И еще одну маечку я заказала, тоже 52 размера, артикул 53697 и цена 287 рублей. Майки обе, это хлопок 100%. Так, а вот эта маечка, она идет с бретельками, вот такими бретелечками. Беленькая маечка, подойдите, если что, беленькая. Тут небольшая рюшечка есть впереди, маленькая такая. Ну, а так она прямая, обычная прямая маечка. У меня такая была давно уже, но ее давно уже нету. И вот я хотела такую и заказала. Тоже, если что-то вот поддеть под верхнюю одежду, под какой-то свитер подойдет. Ну вот и все, мои хорошие, все покупочки, все обновочки я вам показала, все мне нравится, все покупочки очень хорошие и качество очень хорошее, строчечки ровные, все мне очень понравилось. Все, девочки, заходите на сайт, посмотрите обязательно, там много чего интересного есть. Обязательно что-нибудь себе найдете и воспользуйтесь скидочкой для зрителей. Все скидочки в описании внизу. На этом я свое видео заканчиваю. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Оставляйте комментарии и до новых встреч. Пока-пока!